Итак, ребята, я всех приветствую. Продолжаем наше прохождение. Не получилось вчера записать серию, как и сегодня днем не получилось, потому что произошел человек-сосед. Я садился, играл 10 минут, потом 20 минут сверления, потом вот это все. Ну и, в общем, вот так постоянно. И на этот вечер он наконец-таки успокоился. Сверления уже час нету, я думаю, что и не будет уже под ночь. Ну, по крайней мере, надеюсь. Так что... Думаю, сейчас мы спокойно доиграем. Начнем с головоломки, которая у нас вот здесь была. Вот вообще мы остановились в прошлый раз вот здесь, но я добежал сюда, чтобы решить головоломочку. Так. Сейчас я встану тут. Так. Супер. И теперь нам нужно сделать ход конем, я бы так сказал. Нам всем нужно забиться сюда. Супер, но взять силу, которая примет на себя, так сказать, весь удар. Останки Минотавра аккуратно расчленены и изрезаны нечестивыми рунами. Похоже на ритуальное жертвоприношение. Плащ. Это истрепанное одеяние, теперь можно носить только как плащ, только при мировоззрении отличным от злого. Если этот плащ несет персонаж без уровней в классе дуэлянт, он получает способность прицельный удар. Ну, допустим. Если этот плащ наденет дуэлянт, он получит бонус мастерства к броскам на попадание при парировании. Кроме того, его способность прицельный удар теперь добавляет... Ну, в общем, это все про дуэлянта, которого у нас нету. Че тут всякие... ясно. Теперь произойдет следующее. Мы собираем эти кости и вляпываемся в небольшое приключение. Появляется вот этот вот товарищ. Товарищ непростой. Вот, и сейчас объясню почему. Помимо того, что у этого товарища достаточно высокая защита, помимо кучи невосприимчивости, ну, собственно, как и у предыдущих его братанов. Вот. Он еще и хилится. Вот здесь находится какая-то ловушка, которая постоянно проводит энергию негативную. Вот. Поэтому наша задача его как бы вывести отсюда. Я в интернете, если честно, так очень мельком поискал и не нашел никакого решения этой проблемы. Что можно с ним сделать? Ну, типа, кто-то писал, что ее можно отключить, но я не нашел, как ее отключить. Кто-то писал, что... Можно его просто вывести из этой комнаты. Ну, давайте попробуем. Пока просто как бы это... Ждем. Даем ему возможность погнаться за нами, что ли. Скажем так. Пропускаем за всех персонажей ходы. За неимением вариантов. Так, вот он начинает ходить, и мы его сейчас постепенно будем выводить оттуда, чтобы он не хилился. Промах. Вот, все. Супер. Теперь надо, чтобы он сюда подошел, и мы начнем его постепенно убивать. Выдам-ка я себе все-таки верный удар, чтобы следующим ходом сделать ему гадость. Так, ну тут тоже пока пропускаем. За тебя. Скорее выдам. Лишним не будет. Он как раз до нас дойдет. Еще побафаемся всякой ерундой. Так, стопэ. Это все отключаем. У товарища высокая защита. Так, супер. Наконец-таки он вышел из этой своей херни. You've crossed the wrong monster. Did you see that?
Я бы, может, вот даже еще чуть-чуть отвел. Куда-нибудь вот... Ну, я просто боюсь, что его там прям краешком будет доставать. Но давайте попробуем. Вот сюда его уведем. Может, здесь у нас все получится. Блин, а я его задену, потому что я за стеной вроде как стою. Давай сюда. И вот так вот точно. Хорош. Так. Не то чтобы нам это сейчас было надо, но все же. Пока ждем, пусть подходит сам. Все, до него эта штука не достает, супер, можно его начать избивать. В принципе, мы его более чем должны потянуть. На тебя, наверное... А, оно не работает на тебя, классно. Я давно хочу посмотреть, что это такое, пожиратель душ. Ой-ой, а что это было? Хрена себе. Он спровоцировал на себя атаку, он все-таки достаточно близко для этого стоял. Хрена себе. Так, Засиэль, ты там чё, испуг, вот это все, но ладно, ты не погиб хотя бы, на том тебе спасибо. Так, что мы с тобой будем делать? Насколько я знаю, у него невосприимчивость к глазу. Ой-ой-ой-ой. Хотя он и так под каким-то сглазом находится. Ну-ка. Растерян. Ага. А если я вот сделаю вот так, я продлю этот эффект ему? Нет. Ну ладно. Тогда я не знаю, чем я его могу насолить. Вот это не сработает на него. А, это успешный спас-бросок, однако. Так, ну немного проходит атака из-под тишка все-таки. Не может не радовать. Так, господин Засиэль, полечи-ка ты себя вот этой крутой штукой. А теневой демон там пусть суету наводит. Ну это что же не должно сработать? Дрема не действует. А так вот. Так, не понял. А куда все заклинания с моего персонажа пропали сейчас? Чё-то не понял, приколдес я. Все же у тебя не действует испуг больше. А, ну потрясение, оно пройдет после сна, тем более. Все, готов. Так, ну покажу, что я тут подобрал. Подобрал ли вот такой шлем. Всякий раз, когда наносящий этот шлем находится под действием эффекта ярости. Ну, в общем, это для варваров. Нам опять некому дать этот шлем. Наручи. Всякий раз, когда наносящий эти наручи подтверждает крит, враг должен совершить спас-бросок стойкости, иначе он станет уязвим к колющему урону. Ну, такое, что-то не очень полезное, как будто бы.
Может, они бы подошли тебе? А что у тебя? Угу. У тебя что? Ясно. Так, с этим разобрались. Давайте теперь в центр зала пойдем. В центре зала у нас тоже головоломочка есть. Сделаем ее. Так, ну, всадник, понятное дело, первый пришел. Так, вот и все остальные пришли. Я не знаю, что там будет. Может, еще какой-то хер вылезет. Ни с того, ни с сего. Так, вот это, вот это. Не видно. Оп, оп. Так, сундук телепортировался сюда. Ага, вот маска с надписью «Я круг». И плащ на плюс 3, по-моему, он, да? Плащ расправы. Этот плащ дает носящему бонус мастерства плюс 5 проверкам навыка знаний. И добавляет плюс 2 к сложностям всех спас-бросков против творимых носящим заклинаний школы разрушения. Уголек, твой выход. Идеальный плащ для тебя. Вот эту херобору на плюс 1 вообще не знаю. Ну, что, может, животным кому-нибудь дадим? О, забирай, не жалко. Так, пока что вроде это все. Чё, куда нам тут? Тут мы не были, но нам нужно сначала вот здесь закончить. Давайте двигаем сюда. Здесь как раз вон койки, мы тут поспим. Нам нужно восстановиться, у нас ни заклинаний, ни хера нет. Мы вообще чудом разделались с этим минотавром. Меня уже там, я чувствую, как скоро будут в комментариях опять хуйсосить, почем свет стоит. Что вот, ты не поспал, у тебя ничего нету, заклинаний нету. Так, я хочу там... У нас новый рецепт какой-то был. Хочется узнать, что это за рецепт. Пылающее мороженое нет. Ох, а что там было-то? Крем-суп, да, вот. Крем-суп с хоботом. Съев крем-суп с хоботом, вы увеличиваете сложность спас-бросков против творимых вами заклинаний на один... Ну, такое. Ту-ту. Ну да, пусть это мороженка будет. Хорошая сажа, милая птичка. Интересно, тебе весело со мной? Кажется, ты хотела бы летать сейчас над речным городом со своими друзьями-воронами. Восстановили всякие мудрости у себя. Супер. Так, ну что, мы снова становимся ебателями-нагибателями. Видим цель, не видим препятствий. Сейчас я раздамся бафами. И можно стартовать. Одна минута уровень. Ну, то есть на 13 минут, да? Давайте. Вообще забыл про эту штуку. Вот это я не знаю, как использовать. Почему он не используется. В общем, брать его с панели в таком случае. Раз нет понимания, как он работает. Так. Давайте-ка оседлаемся. Супер. Ну, кастуй. Yes.
Ага. I don't steal. I encourage people to save the poor helpless tieflings around the world. Soot is restless. I wonder why. Так, теперь ты. Уменьшение гуманоида для силы давай. Я даже бы уменьшение гуманоида сюда перенес. Так вот. Пусть там будет. Так, дальше. Сюда. Ага. Дальше, дальше, дальше. Так. Ну тут надо не жалеть и раздать всем эту штуку. Потому что вон минусували там отрицательных всяких уровней. Единственное, только динозавру давать не буду. Динозавр у нас получит щит такой. Ну тебе можно выдать еще. Десять минут уровень. Ничего себе. Ну, раздам плебеям всяким. Так, Засиэль, давай сейчас твой выход. Так, 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 так. Она Адаяна. Она Адаяна. Она Адаяна. Она Адаяна. Энимоси Трависи. Энимоси Трависи. Энимоси Трависи. Патрициум Турино. Она Адаяна. Так, а где у меня защита от магии? А, вот устойчивость к магии, да? Она Адаяна. Она Адаяна. Это сделали. Так. Магическое оружие высшее. Так. И настройка оружия у меня на сдачу осталась. Так. Да хрен его знает, на самом деле. Ну, обычно я лану только даю. У остальных оно и так уже достаточно доброе. Все, я готов к бою. Бабао. Нормально. Distracted from me.
ты, ух ты, ух ты. Хрена что делает. The inheritor, guide my blade. Do not hold back. Так, а где еще? Ага, где-то еще один бабаузан и... А, его добить нужно. Интересно, ну давайте добьем. Ну, допустим, ладно. Ну, сейчас он встанет рано или поздно. Право и налево можно пойти. Ой-ой-ой. Чё, камень покатится? Ух ты. Так, тут могила рядом. Мне не нравится это. Опять кто-нибудь проснется там сейчас. Таинственная записка. Профан и мудрец узрят разное в одних и тех же знаках. Отыщи же сокровенное знание там, где другие в слепоте своей пройдут мимо. Триадус четверицы поменяй местами. Звезду обрати в ничто. В пустоте же узри звезду, но оную. Ог. Никто не встал, но я был если что готов. Ага. Yes? Ширы разлетелись, как нефиг делать. Ага, попался. Который кусался. Ну, конечно же, промах. Охренеть, как он выжил вообще? Воу-воу. Ничего, один фаербол туда и нормально. Ой, меня запаутинили. Целую одну минуту, плохо дело. Ёб твою мать. Это призванные товарищи. Так, почему ты не стреляешь? Ой-ой-ой. Забыл всем эти яростные удары включить обратно. Не сильно-то они пострадали. Вообще бы туда за сиелем штуку эту поставить волшебную. Так, сила жива при этом, это хорошо. Ну и чё? Так, иллюзорное разложение. Что-то не нравятся мне эти дебафы в мою сторону летящие.
А, ну да, ты же это... Опутан паутиной. О, пошла жара, урон мудрости, вот это все. А, ты тоже двигаться не можешь, классно. О, вы сделали все-таки успешный спас-бросок, поздравляю вас. Надеюсь, теневой демон сейчас наведет там суеты. Но вообще эту штуку пора снимать вот сюда. Так, 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 так. Где отмена? Так, мой персонаж-то... А, мне плотву убили, твою мать, а. Ай-яй-яй. Как они это сделали? Я что-то упустил это. Понятно, что ГГ бежать тогда не может на ней. А с висмутом-то чё? А, ну... Мда. Их аж три там, охренеть просто. Так, плоту-то мы не поднимем, да? Нет, поднимем, почему? Опять заклинание проебалось. С вами сделать-то такое. Охренеть. Вот собака-то, конечно, а. Излечение еще раз. А, тьфу, блин. Не это. Дыхание жизни. Все, и мы типа ее оживили. Нет, ни хрена подобного. Короче, какое-то тупорылое состояние, надо избавляться. Вот что сделать, чтобы связывающая жизнь и дружба, блять, не появлялась? Это тупорылейшее заклинание просто. Абсолютно бесполезное. Охуеть, охуеть просто. Но они немного урон наносят, но это неприятно все равно. Вообще без ДД что-то пытаемся тут делать. Эти дегроиды еще и под меня все это кидают. Блин, тут еще второй стоял, что-то не заметил его. Так,
Защита от огня нам. Ну, блин, тут все так размазаны, конечно. Как оживить лошадь еще раз? Я в итоге мудрость восстановил. Ну ладно, хрен с ним. Да, ну и бой, конечно, вообще просто пиздейшн. Let me help. Долго вы там еще будете? 15 секунд. Ну, короче, у всех урон по мудрости этот прошел. С уголька его только вот снять надо по-любому. Ну. Ах, с кого еще бы я его снял? Кто там еще у меня на мудрость-то вздрочен? Мудрость 25. Ну, на тебе этой штуки нету. Тебе не надо, плевать. На тебя не наложили. На тебе не надо. Не надо. Супер. I will see this through. I will help where I can. Don't be in trouble yet. Don't mind me. Так, давайте все все-таки сюда встанем. Нам здесь покомфортнее явно будет дела делать. Так, записка на эльфийском, это хорошо. Так, Джубилостовская книжка, мы ее уже 1000 раз читали. Кстати, с Финианом я забыл поговорить. Ага, понятно. Хорошо. Search for the beauty with your heart. Not your eyes. Meditate on your mistakes. Might make you feel better. The world has suffered enough. Так. Ну, что-то так себе, конечно. Исцеление легких ранений массовое, да хер полное. Все, от чего хотел бы я избавиться, что, исцеление серьезных ранений, ну давай. Ой, господи, банками быстрее запью, чем они тут, блин, раскастуются. С самого начала так надо было сделать. Не перебирать миллион заклинаний. Так, чё я тут не обобрал кого? А. Свиток устрашения, погибель. Херобора, короче, на продажу. Заклинание первого уровня. Странно, что здесь ловушки никакой нету при этом. Опять кнопки эти ебаные. I found something.
Смятый, затертый листок бумаги, долгое время пролежавший в кармане роба какого-то забывчивого оккультиста. На нем в ряд нарисовано несколько фигур. Треугольник, перевернутая пятиконечная звезда, квадрат и круг. Ясно. Нужен ключ. А тут? Нужен ключ. Ну, может, не нужен, но... Видимо, да, тут все этими кнопками решается. Так, где-то у меня было это. Буквально секунду, так сказать. Давайте попробуем. Вот так. Ага. Так. Так, так. Это первое. Еще можно открыть вторую. Собственно, наверное, бы что я сразу и сделал. Открыл бы обе. Так. Вот это. Вот это, вот это, вот это. Оу, май. Да блин, как меня эти животные задолбали, а? То, что на них ни одни сундуки не открыть по-человечески. Всякий раз, когда носящее это кольцо совершает против врага любую атаку касанием, эта атака наносит дополнительный святой урон. А все направленные на союзников заклинания касанием излечивают их. Ну, не знаю, кому можно это дать, подумаем. Ясно. А за ключом, видимо, сюда идти. Must be a sign. Pretty good, aren't I? Super. Чё тут, знание природы, давайте, кто у нас тут? Жутковатые, но безопасные растения, произрастающие в бездне. Кто-то заботливо создал здесь кусочек природы мира демонов. Сила идет трогать, конечно же. Растения, чьи стебли и листья странно напоминают воспаленную живую плоть, покачиваются в катке. Оно медленно поворачивается к вам. С поверхности бутона смотрят безумным взглядом человеческие глаза. Под пульсирующей кожицей еще можно различить черты лица. И это лицо Мархивока, главы злосчастного клана Земного Солнца. Охренеть. Ладно, мы посмотрим, что тут есть вообще. Еще. Ну. А, это кнопка очередная. Анонимный памфлет. Будь проклят, Кенебрис. Я плюю на мостовую Кенебриса, плюю на гранит его стен и на стекло его витражей. Если завтра трогнет земля и разверзнется и поглотит этот проклятый город, я не пролью ни слезы. Никто здесь, ни единая живая душа не заслуживает сострадания. Каждый, кто живет в этом городе, преступник. Если бы существовала в мире справедливость, каждый из них качался бы на виселице. А прежде всех прилад Халран и королева Голфри. Мы читали это, я вспомнил. I stand ready. Рабочий инструмент энтомолога. Доска, испещренная булавками для прокалывания насекомых. Who, me? This is my kind of work. Длинный меч. А, не, у нас получше будет. Так, ну, вроде... О, глядите-ка. Да блин, да твою мать, подойди ты поближе. Свиток круга смерти, ух, как хорошо-то.
Солнечный луч, седьмой круг. Камелия его даже знает, ой-ой. Мне вот все-таки интересно, что с этим товарищем делать. Мархивок, пойду почитаю. Я вспомнил, господи, кто этот Мархивок. Это который кланом варваров заправлял, которого мы пощадили. Она, в общем, из него растение сделала. Ну, давайте его уничтожим. Ну, а сейчас нужен ключ. Угу. Ну, из всех помещений мы не были только на улице. Вот тут. Давайте сюда пойдем. Надо будет только сейчас еще чуть-чуть бафами подраздаться. Потому что нас там сразу на входе встретят. Так, пока персонажи там... О, ну нет, они быстро идут, ладно. Я думал, успею погуглить все-таки, что там за ключ такой нужен. Так, а, не-не-не, стоп, не заходите, нам нужно подбафнуться. Так, давай с этого начнем. Следующее. Так, все, я знаю уже, что меня тут попытаются огнем убивать и сбивать. А, так, что еще тут у нас? A bright future awaits us. I will not falter. Rely on me. A goat, a lizard, and a human enter a tavern. What'll it be, Lan? The bartender asks. Something wrong? Trust in yourself. Ala, swa, tam. Ala, swa, tam. Ala, swa. Ай-яй-яй, стой, нет. Не кастуй, не кастуй, у этих же есть еще. Да-да-да, вон. Вижу. Так, оберег от смерти, я думаю, выдам тебе. Что еще тут могу сделать полезного? Так, уменьшение тебе. И тебе. Так, щит у меня еще на них действует. Действует. Хорошо, выходим сразу в бой. Сабли нам эти торжественно в очередной раз вручают. Взяли его, выкинули вообще нахер с карты. О, здорово, пацаны, давно вы не десантировались на нахс. Ага, ага, ну понятно. Все, ссышься. Та, этих оглушило, да? Ну ничего страшного. А с тобой чё почему-то не ходишь? Шо,
ошеломление у нее сработало, ну нормально. Ой-ой. Супер задвоенный минотавр. Вот этот поворот. Ну, что-то у меня, конечно, все супер далеко стоят. Ой. Ой-ой. Забыл посадить его. Хрена ты лупишь. Загрязи его нахрен. Пророк Бафомета. Ну, что-то я ожидал большего от тебя, если честно. Ну, по-моему, мы уже дрались с таким. Ну, я что-то не запоминаю всех этих минотавров. Ой-ой. Ой-ой, какие неприятные. Ой-ой. Но это могла бы быть, конечно, интересная битва. Ёб твою налево. Хлопки, с которыми перемещаются в пространство демоны, приземляются на камень, сливаются в непрекращающуюся канонаду. Все больше и больше бестий появляется вокруг. Многие из них странно конвульсивно дергаются и ошалело вертят головами, будто оглушенные. Их уродливая плоть прямо на глазах лопается, обрастая странными кристаллами. Это кто? О. Рослая оккультистка издевательски салютует вам. Как дела, крестоносец? Не чувствуешь себя немного не в своей тарелке? Пока ты блуждал по ложе в поисках того, что делает демонов сильнее, Зонтир Чума собрал всех бестий, каких имел под рукой, и провел ритуал над всеми. В спешке без должного старания, так что несколько сдохли в процессе. Но какая разница? Против этой армии не выстоит даже тебе с твоей силой. Да нет, я бы, может быть, даже победил. Попытался, по крайней мере. Требуется Путиона, да? Ну ладно. Не кичись силой, прежде чем победишь. Потом может быть неловко. Хорошо. Я хорошо выбрала момент. Все предрешено. Смотри, Михаил, никак наш последний час настал. Заборет нас это грозное воинство и глазом не моргнет. Так боюсь, что сейчас на колени упаду и меч в руках держать не смогу. Сила дерзко усмехается, пронзая культистку взглядом. Не боишься, паладин? Зря не боишься. Где твой свет? Я вижу лишь, как сгущается тьма. Слова культистки прерывает раскатистый зов боевого рога. Демонское воинство колышется в смятении, а миг спустя все вокруг заливает ослепительный свет. Что происходит? Ну, это ангелы. Именем Эмидай, говорю вам, бестии, бегите, ибо пощады не будет. Иди вперед к своему врагу, защитник, и ничего не бойся, воины небес не пропустят твари к тебе. Ха-ха-ха.
Доблесть небес, направь длань наследницы здесь. Проклятие, вы ответите за это. Но когда-нибудь потом. А, так, а главный вопрос, мне, я в ту комнату-то смогу вернуться назад? Ёбнуться, ну вот, конечно, хотел, я получил. Блин, жалко, уголек первая не ходит, потому что, ну, хотя она ходит раньше, чем большинство из этих. Фух, пойду я погуглю, что там с этим, с ключом, рядом с комнатой, в которую мы не попали. Так, в общем, что-то не смог я найти информации о том, как открыть дверь. Что ж, печально. Так, в общем, мне нужно отодвинуть ход сюда примерно, чтобы у меня уголек ходило первое, потому что ей туда нужно огненный шар метнуть. Ну ладно, я ее могу вперед все-таки выдвинуть. Ага, нельзя, да? Всех, у кого вот такие вот заклинания замечательные. Ой-ой. Чел, я тебя что-то не помню, ты кто такой вообще? Глобрезо. Ну ладно, хоть защита не такая огромная. Так, ладно, раздаем вот эту штуку. И... ой, я чё, щит не заюзал? Давайте заюзаем. Так, и наконец-таки ходит уголек. Сработало. Не может не радовать. Беги, беги, ничтожество. Понять, насколько у него большие границы. Достаточно большие. Офигеть, даже он бежит. Жесть. Но это хорошо. Даже этот сгасился. Ох, какая у них там жесть происходит, конечно. Битва в глюках у нас. Стой, ну ладно. Стой тут. Догнали этого говнюка, конечно. Забавно. Угу.
Незабавно только что драться придется в таких условиях. Где ни хрена не видно. Надо было заюзать этот. Ой-ой, это что за поток такой вообще? Что за херня? Удар надо было этот прицельный заюзать, я вот что подумал. А, вот, тут еще этот говнохрен, точно. А, этот упал. Ну, он, значит, встанет сейчас, да? Как плохо. Вообще здесь стояла, господи, ну ладно. Сидят пацаны тут, смотрю вовсю. Фигура в просторном балахоне стоит спиной к вам, воздев руки в боки. Я даровал вам силу. Встаньте и сражайтесь своими дискари, Бафомета, да кого угодно. Приказываю вам, защищайте мою лабораторию. Глупцы, никчемные, бесполезные тупицы. Меня окружают идиоты. Чем я это заслужил? В чем провинился я перед мирозданием? Кричит, обзывается и думает, что это... И что поэтому его слушаться станут. Хорошо кроет, но бабку мою... на бабку мою похож. Привет, Зонтир. Проблемы с прислужниками? Фигура в балахоне медленно поворачивается к вам. Ее лицо и кисть состоят из копошащейся саранчи. Если прислушаться, то можно услышать мерное шуршание мелких лапок и крыльев, трущихся друг от друга. Твои издевательские слова указывают лишь на твое невежество. Идиотами полнятся ряды как культистов, так и крестоносцев. Как командору крестового похода тебе не раз приходилось с ними встречаться. Ответь же мне, каким образом ты всех их терпишь? Зонтир замолкает на мгновение, в котором шуршание саранчи под балахоном становится еще более различимым. Все вы примитивные обезьяны, носящиеся по мировой язве, в тщетных попытках истребить друг друга. О, как же я вас всех ненавижу. Ненавижу моих учеников-идиотов, которые без моего приказа не могут ступить и шагу. Ненавижу демонов, самодовольных придурков, которые грызут друг другу глотки, вместо того, чтобы выполнять мои распоряжения. Ненавижу дискари и Бафомета за то, что заставляют меня с ними работать. Шуршание саранчи становится громким, в нем появляются угрожающие нотки. Ненавижу тебя, вандал, ты пришел в мою лабораторию, громишь мои препараты и мешаешь мне работать. Вон отсюда, выметайся немедленно. Нет. Так, смотрим, что у нас вообще за хер такой. Маг нейтральный, злой человек, при этом человек. Почему у тебя? Еще раз.
Его можно усыпить, кстати. Так, вот эта штука-то работает у нас? Нет. Наверное, мы все-таки начнем сразу с тебя, своим ГГ, я потом пойду зарублю вот этого, и демонстрацией силы, глядишь, что-нибудь получится. Угу. Или даже нет. Ой, дрэч тут есть неприятно. Ну ладно, хоть он там шары огненные не метает. Ой-ой, вот это серьезно. Великаны. В первой части, по-моему, такие в этой, в DLC были. Про это, где холодно все, короче. Я не помню, как это называется. Блять, а ты что, не идешь никуда? Так, уголечек, уголек. И вот тут нам надо очень осторожно защиту от зла коллективную сделать. Так. Давай сюда. Две демонстрации силы, шикарно. Блин, в этих пока еще бить нельзя. Так, давай вот это раздаем. И немного ныкаемся. Ах ты, собака. Ну ладно, но это значит, что на нем сработала все-таки эта штука. И он обоссався. Где оно? Ну да, потрясение на него сработало, испуг сработал. Сокрушение зла. Прикольно. Прикольно. Так. А ты почему ходить не можешь? Что не так? Капец, зонтир, блин. Уснул вообще как ребенок. А, кстати, тут, подождите, я понял, где мы? Хех, забавно. Стоп, а почему она без оружия у меня стояла? Что? Я в собаку превратили, что ли? А, в натуре, хрена себе. Я-то думаю, что тут происходит? Понять не могу. Забавно. Силу подхилил так немножко. Атака! Просто залил их демонстрацией силы. Так, иди пока сюда. Стой здесь.
Сиила, тоже иди сюда. Там баба уж. Он встать пытается. И огребает сразу. Так, ну пока ты в образе псины. Как это вообще вышло? Где это вот? Даже я этого эффекта не вижу. Ёбнуться. Забыл амулет включить. Может, уже просто его так запиздерить? Не дожидаться, когда мы там проткнем его. А-а-а, у него стихийная форма. Вот оно что, понятно. Поэтому при всем желании, да. Ну да, надо было его избивать тогда все это время. Еще он встал и набафался. Глядите, каков наглец. Наверное, тоже не сработает. Ну-ка. Хорош. Не действует. А почему один? Семь же было. Ладно, плевать. Так. Еще он типа сгасился. А, он разделился на кучу микроговна. Неприятно. Трудно с такими драться, тут только уголек могла бы помочь, если бы она псиной не была. Так, и что мне делать с такими приколами в виде саранчи этой летающей? Я заколебусь ее так выпиливать. Конечно. Ладно. Придется тебе что-нибудь. Так, давай-ка по типу их упорядочим. Так, и как назло, жезл огненный шар ты не можешь использовать, да? Собственно, да.
Не густо. Не густо у нас по заклинаниям. А, слушайте, вот это только враги написано. Может, рискнем? Ну, хотя бы так. Капец, они еще и тут появились. Но хорошо, что они все в одной точке сейчас встанут. Собаки-то развоплотить. Что произошло? Я просто пытаюсь понять, почему даже этого эффекта здесь нету. Может, не знаю, снять проклятие на нее какое-нибудь накинуть там. Но у меня просто нет идей, что можно сделать с этим. Но это опять же за Сиэля придется ход тратить впустую. Ты умеешь свитки читать? Да, ты их можешь учить и даже применить. Так, давай-ка. Хорош. Конечно, поменьше наносят, чем это. Что это, они хилятся? Ничего, херели что ли? Стая саранчи исцеляется, тваря. Да, они вон подхиливаются по чуть-чуть. Снятие тошноты, снятие страха, да. Че, еще никто не погиб, что ли, господи? Ну, одна стая там должна была какая-то погибнуть, она там совсем была слабенькая. Не знаю, что тебе за сель предложить. Чувак, опять колдуй. Не хватит нам, правда, этих свитков, чтобы тут все это разрулить.
Ну вот, у одной прям совсем мало здоровья, но она опять подхилилась, эта зараза. Кстати, вот этой штукой можно что-то порешать. О, другое дело. Так, ты в образе собаки с сутулой. Простите, коллеги, но это вынужденная мера. О, все-таки срубили еще одних. Ну, однако, свиток все равно себя неплохо зарекомендовал. Так. Где он? Хоть немножко подлечиться, пока я тут на всех кричу за Айву. Давай следующее огненное заклинание выбирать какое-нибудь. Так. Так, давай. Что, еще кто-то? Да охренеть. Слушай, это нечестно, у меня уголек в собаку превращена. Капец. У меня главный ДД никакой, алло. Как я с тобой драться-то буду? Мимо, лошара. Видимо, да, придется призывать уже кого-нибудь классного, опасного. Ну, мы, наверное, вот так задаем. Правда, вот он сейчас будет ходить и хрен знает, что он выкинет. Так, ну пока ничего серьезного. Так, что там на тебе висит еще, проклятие? Нет, уже не висит. Псина смеется. Ну да, можно больше не призывать никого, мы так справимся. Побежденный Зонтир опускается на колени. Пару долгих секунд вы слышите только шелест копошащийся под балахоном саранчи, который неожиданно складывается в скрипучий неестественный смех. Кто бы мог подумать, что вандал, мой враг и враг моих хозяев, избавит меня от моего мучительного служения. Ты неизвестная, неучтенная величина, разрешившая нерешаемое уравнение. Какой простой и изящный ответ на все мои проблемы. Жуткий смех стихает так же быстро, как начался. Зонтир поднимает голову и смотрит на вас, составленным из саранчи лицом. Ты заслужил награду, я знаю, зачем ты здесь и что ищешь.
Ты уничтожил мою лабораторию, встал на пути науки и остановил мои опыты по преображению демонов. Но ты вряд ли знаешь место, откуда доставляют на хидрианские кристаллы, необходимые для трансформации. Я укажу тебе путь к истине, вандал, но для этого ты ответишь на два моих вопроса. Ага. Откуда ты знаешь, что мне неизвестно? Не смей ставить под сомнение мой интеллект. Если бы тебе была известна истина, ты бы обратил свои усилия на искоренение моих путей снабжения, а не на вторжение в мою лабораторию. Почему ты думаешь, что я тебе поверю? Потому что это логично. Какой смысл мне скрывать от тебя то, что ты и так узнаешь из разбросанных по лаборатории записей? Зонтир на мгновение умолкает. К тому же я очень хочу увидеть твое лицо, когда на тебя снизойдет озарение. Ну давай вопросы. Назови место, в котором находилась моя лаборатория до того, как меня заставили переехать в эту неуютную костяную ложу. Ох, ё-моё. Но тут мне кажется, что это из. Но мне все-таки понадобится помощь интернета. Вон, я только начал вводить Зонтира, он мне сразу вопросы-ответы выдал. Сейчас я поищу ответы, секунду. Нет, в общем, я ошибся, это не Ис, это Дризен. Вот, поэтому выбираем вариант ответа Дризен. Верно, ты знал это или смог угадать? Впрочем, не важно, а теперь ответь мне. Почему моя лаборатория располагалась именно там? Почему именно Дризен был выбран для моей резиденции в Мировой Язве? Туда доставляли нехидрианские кристаллы. О, этот сладостный момент прозрения. Момент, когда с тайны слетает последний, скрывающий ее покров. Саранча под капюшоном Зонтира издевательски стрекочет. Я получал тогда и получаю и продолжаю получать кристаллы из разрыва в полуночном капище. Святилище, расположенного глубоко под Дризеном. Вход в него расположен прямо в середине города. Его закрыла барьером сама Арилу Ворлиш, а после замаскировала символом вашей ненаглядной Ямидай. Зонтир подбирается и медленно встает с колен. Каково это осознать, что враг все это время скрывался в подвалах твоей собственной крепости? Не надо, не отвечай, это риторический вопрос. А теперь покончим с этим, вандал. Прекрати мое существование и избавь меня от необходимости выполнять приказы хозяев-идиотов и лицезреть служащих им глупцов. Ага. Полуночное капище? Что это и как демоны смогли скрыть его от меня? Твоя наивность стоит того, чтобы задержаться в этом мире. Удивительный и непостижимый феномен. Жаль, что мне не удастся исследовать его в лабораторных условиях. Из-под капюшона Зонтира раздается стрекочущий смех. Глубоко под Дризеном и там, куда не достает сила клинка доблести, находится точка максимального стяжения бездны и плана материи. В ней госпожа Арилу открыла один из своих разрывов, прямо прямую дорогу в бездну. Именно оттуда доставляли нехидрианские кристаллы. Разрыв ведет... Впрочем, не буду портить тебе сюрприз, вандал. Ты же так любишь удивляться. Угу. Почему демоны не напали на Дризен изнутри, раз у них был доступ за стены крепости? Такое нападение раскроет секрет полуночной капища крестоносца. Оно не имеет права на провал. К сожалению, ты так сильно впечатлил Даразанда во время битвы за Дризен, что он растерял весь свой запал. Уверен, ты встретишь его в капище, самоутверждающимся за счет тех, кто подвернется ему под руку. Что за посмешище? Впрочем, рано или поздно он наверняка предпримет попытку напасть на Дризен изнутри. Дискари, он боится сильнее тебя. А что это за кристаллы? Особые ключи, способные при должной обработке и после утомительного ритуала пробудить в демоне мифические силы. Эту трансформацию открыла и разработала великая Арилу Ворлиш, моя наставница. Она называет процесс преображением. Тех, кто через него прошел, зовут мифическими демонами, ибо сила их воистину достойна мифов.
Ты так сильно хочешь умереть? Какой смысл мне отвечать на твои вопросы? Зачем отдалять переход в блаженное небытие? Зантия склоняет голову на бок. Я отвечу, но только из любопытства. Хочу посмотреть на то, какие вопросы интересуют такое низшее существо, как ты. Ты видел моих прислужников, так называемых учеников? Чему-чему они могут у меня научиться? Шуты, вот они кто. Жалкая пародия на ученых. Они слышат мои слова, но не понимают их. Безумные фанатики и культисты. Глупцы, осаждающие меня своими бесконечными вопросами. Их бесполезно убивать, прогонять и использовать в качестве подопытных. На место погибшего ученика тут же находятся два новых. Голос Зантира тонет в яростном стрекотании саранчи. А демоны, с которыми мне приходится работать, они не могут выполнять даже простейшего распоряжения. Все, о чем они думают, как бы перегрызть друг другу глотки. Даразант, Минага, Еребес, все они начали плести против меня заговоры, стоило мне лишь занять мой пост. Как я могу работать в таких условиях? Меня окружают идиоты. Я мечтал лишь изучать науки и постигать тайны истины, но вынужден руководить стадом низших существ. Я зашел в тупик, я не могу бросить все и уйти, я всего лишь променяю этот опостолевший пост на жизнь среди безымянных руин в постоянном опасении, что мои бывшие хозяева найдут меня и отомстят. Разве смогу я изучать науки без своей лаборатории? Зантир на мгновение затихает. Ты открыл для меня выход, вандал. Место, где меня ждет лишь покой. Где у меня не будет ни учеников, ни хозяев. Смерть. Я устал. Ты так ругаешь своих союзников и глупых учеников, но ведь ты сам решил иметь с ними дело. Зачем? Мало ли в мире сил, с которыми ты мог бы объединиться? Мало ли способных магов, с которыми ты мог бы работать? Чушь. Хотя определенная доля логики в твоем анализе присутствует. Эгоистическая мания самовозвышения за счет окружения себя заведомо проигрывающим фоном. Возможно, даже подсознательное желание пребывать в постоянном напряжении. Если бы я планировал продолжать свое существование, я бы внес эту идею в список интересных для меня размышлений. Кто ты такой, Зантир Ванг? Так, Зантир издает звук, отдаленно похожий на вздох. Я высшее существо. Превзошел свою смертную оболочку, скинул ее, преобразился как личина, становящаяся саранчой. Мое верное служение темным искусством не осталось без награды. Лорды Бафомет и Дискари обратили меня на меня свое внимание. Я заслужил почтение по эту сторону язвы. Единственное, чего уважения я так и не добился, это моя наставница Арилу Ворлиш. Это все, что тебе уместно знать. Понятно. Я хочу знать больше, как ты достиг такого состояния. Я не скажу тебе ничего, но не для того я годами проводил исследования и ставил эксперименты, изучал запретные книги, чтобы просто отдать все какому-то вандалу. Сколько жертв я принес, какие невозможные истины вместил в свой разум, философию Дискари, софистику Бафомета, загадки Ришкагаль, мутный бред менее известных демонов, таких как Айзагна. Ты, наверное, даже не слышал этих имен. Довольно уже и того, что тебе достанутся мои записи. Говорят, что к знанию не существует королевской дороги, а для вандалов к ним нет даже тропинки. Хочешь достичь того же, чего я? Повтори мой путь шаг за шагом. К чему все эти расспросы? Мы знаем об этом чудовище достаточно для того, чтобы уничтожить его раз и навсегда. Всем будет лучше, если знание о том, как он стал таким, умрет вместе с ним. Понятно. Каково это быть роем? Это невозможно объяснить тому, кто сам до этого не возвысился. Бесконечное блаженство, бесконечное величие, бесконечное одиночество. Среди низших созданий нет никого, кто был бы способен меня понять. Что ты знаешь об Арилу? Она моя наставница, хотя она никогда меня не признавала. Именно она изобрела способ трансформации демонов посредством кристаллов. В голосе Зантира сквозит смесь восхищения, зависти и обиды. Она лучшая среди людей и демонов, истинный ученый, первооткрывательница, архитектор мировой язвы. Иронично, что оба лучших ученых бездны раньше были людьми, не правда ли? Так, что ты мне можешь рассказать о Еребес?
Назойливая навозная муха, возомнившая себя королевой этой костяной ложи. Она ненавидит меня за то, что я оспорил ее главенство в ложе, но не смеет противиться приказам Бафомета и ее дочери Хепзамира. Ербес — незначительная величина. Нефилим Хепзамира, нынешняя любимица Бафомета, его родная дочь. Под ее началом находятся значительные силы прислужников ее отца, смертных и демонов. А, возможно, тебе будет интересно узнать, что Еребес наделила меня своей меткой. Рой, из которого ты стоишь, попадает в ее власть, как только ты ослабишь над ними свою хватку. Ух, как хочется это сказать. Странно, что это все-таки путь к злому, но это, видимо, к злому, потому что мы ее секрет раскроем. Благодарю, что сообщил мне. Эта информация меняет многое. К сожалению, для тебя теперь моей капитуляции не может идти речь. У меня нет ни единого желания провести вечность под властью этой навозной мухи. Под яростное стрекотание саранчи Зентир вновь поднимает руки. Да ладно, серьезно. Блин. Так, подождите. Ага, это самое начало, его там хрен знает сколько бить надо еще. Обидно, конечно, я бы хотел поперебирать разные варианты диалогов во всей этой ситуации. Бля, ну он, конечно, жесткий. Я, кстати, хочу подсмотреть, что нам тут понаписали. Найти Зендеру. Трусость не порок, но порождение инстинкта самосохранения. Зендера, культистка Бафомета, сочла за лучшее бежать из битвы в костяную ложу. Где она укрылась? Возможно, кто-то, знающий повадки культиста Бафомета, сможет подсказать. Нынешний управитель костяной ложи Зентир Ванг, шагающий рой, могущественное и опасное существо. Демоны получают силу из его рук. Ага. Интересно. Да твою мать, опять он призывает их, а? Живые, совсем забыл про них. Попробуем за Сиэля. У него там есть рассеивание магии. Бля, он еще и саранчу призывает. Ёбнуться просто, короче, жесть полная. Охренеть, конечно. Вот это я вляпался. Просто иначе не скажешь. Снятие страха, снятие проклятия. Блин, где оно? Снятие болезни, восстановление. Блеск славы. Защита очага. Че, неужели я не брал это заклинание? Я помню, мне писали про него. Снятие страха. Или я поменял его на что-то.
Рассеивание магии, вот оно, на третьем круге. Почему у нас его здесь нигде нету? Прицельная, точечная. А в разница в чем? Вы можете рассеять один действующий на область магический эффект. Вы можете рассеять одно действующее заклинание, наложенное на существо. Не помогло. Да ж, почему, блядь? Издевательство какое-то, а. С этой саранчой биться это просто невозможно. Надо призывать, короче, вообще просто всех, кого можно, и задавить количеством в ответ тоже. В противном случае меня тут попячет, как нихер делать. Блять, а как атаковать-то? Почему ты не атакуешь? Чё с тобой не так-то? Ой, так, ну это нормально. А в остальном-то чё не так? Ты можешь ходить, но... Блять, его тоже в собаку превратили, что ли? Ёбнуться. Да чё ж такое-то? Охренеть, а. Сейчас-то мы и начнем помирать, я чувствую. Ага, так, ну стая саранчи осталась, это вот самое плохое. Ох, ё-моё. Блин, засель-то еще не скоро ходит. Ну, я кружку, наверное, использую. Может, эти азаты мне чем-то помогут. Хотя я супер сомневаюсь, что от них здесь хоть какой-то прок будет. Просто очередные болванчики будут занимать место для хода. Хотя, однако, вот это вот про молнию было прям замечательно. Ладно. Ну, хорошо, ладно, я беру свои слова назад. От них есть прям хорошая польза. Так, начинаем экстренно, наверное, лечиться уже. Это же вот просто какое издевательство взять тигры в собаку ебаную превратить. У меня просто слов вообще нету. При этом очень странно, что он все-таки какие-то заклинания может накладывать. На саранчу наложили эффект. Этот, господи, там минус интеллект или минус что, ну что-то вот из этого. Ладно, однако. Че у нас по огненным заклинаниям, кроме убивающих все и вся шаров?
такое себе. Паляющий луч. Не удалось преодолеть устойчивость к магии. Заебись. Не знаю, как мы тут сейчас вообще вывозить что-то будем. Рассеивание магии прицельное. Зачем? Ладно. Селю важно силу вылечить. Остальное все терпит и ждет вполне. Ну, я не знаю, какой толк от тебя, ты собака просто поганая. Ну, так же, как и ты. Кто-то минус 2 выносливости получил. Видимо, пора полянку кастовать уже. А если мы элементаля огня призовем? Может, он нам поможет. Ого, видите, какой красавец. Блин, а когда вот этот будет ходить, мне прям все дождаться не могу. Ну, он там, он почти в самом конце. Сейчас молния метатель вот находят. Почти все за меня разрулят. Во, хорошо, мы силу подхилили. И сейчас мы у нее часть здоровья и заберем. Как дали, так и взяли. Ух ты, одну из саранчи добили почти.
что, у него атаки касанием, что ли? Тьфу ты, ё-моё. Такое себе, конечно. Даже от пылающей дуги будет больше пользы. Упс. Или нет. Ой-ой. Огненную дугу он читать не может. Однако жаль. Ну ладно, тогда давай силу похилим. Я уже думаю, конечно, ей ничего не угрожает здесь. Но лучше перебдеть. Нет, все-таки от тебя, чувак, мало толку, прям вот. Скорее, больше толку, если я огненный шар просто себе под ноги тут кину. А-а-а, это огненное дыхание. Ну ладно, хорошо, у них просто вот значки эти, блядь, одинаковые. Надо, значит, прочитать хотя бы, что там написано, а не слепо их юзать. Пропускают все ходы. Эх вы. Давай-ка ты засель поколдуешь что-нибудь. Огненный шар. Огненный шар. Разница-то какая, блять, у этих огненных шаров. Почему ты его сейчас использовать не можешь? Ты что, передумал, что ли? Нормально. А, они красные, господи. Не разглядеть зачастую там, что нарисовано. В общем, не знаю, что нам тут поюзать можно. Нет у меня идей. Лечи давай тогда.
Придется тебе кидаться огненными шарами. Что произошло? Ой, я не то выбрал, надо было этот штуку эту кидать. Лучше этот делать. Да нет у меня идей, как тобой ходить. Даже лечение уже не нужно. С собакой поганой тоже не сходишь. Ну, иди вообще, не мешайся. Бесполезный абсолютно. 0-0-0 урон. Хотя остался-то сколько? Два роя осталось. Еще демонстрация силы сработала. А, три роя все-таки было. Вот я вижу, один на мне, другой там на этих висит. Ну, они там всей своей призванной компашкой его долбят. Ну, побей его тоже за CL. Ты вряд ли, конечно, попадешь. Ну, ты попал, но у них невосприимчивость. Господи, кого ты там убил? А, ты всех убил. Фух, да, вот это битва, конечно. Пойду я почитаю вообще, чем нам грозит подобное решение. Так, в общем, я погуглил и предлагаю сделать опасный ход конем. Нам, во-первых, да, здесь нужно вот это все исследовать, вот тут вообще куча-куча всего. Но мне очень интересно, что будет, если предложить оставить его в живых. Вот.
Сделать это можно хитрейшим образом, загрузить быстрое сохранение, выставить легчайший уровень сложности, быстро его завалить и пообщаться с ним на тему, типа... Причем его даже без пошагового боя можно просто там запинать там этими физударами там обычными там и все. Может, так получится. Ладно, сейчас я это все за кадром сделаю и посмотрим, что будет, если мы выберем этот вариант ответа. Я быстрее, чем за минуту просто на то, они все разлетелись, но это даже забавно было. Так. Так, дрезен, кристаллы. Так, я не хочу тебя убивать, Зентир. Твои желания меня не волнуют, низшее существо. Мое существование приведется, как только я удовлетворю свое неожиданное любопытство нашим диалогом. Угу. Однако, убирайся с глаз моих. О нет, никуда я не пойду. Слишком долго я страдал, выполняя поручения идиотов и руководителей глупцов. Я заслужил покой. Прощай, вандал. Я бы поблагодарил тебя, если бы ненавидел хоть немногим меньше моих хозяев. Пусть сгорят в огне Бафомет и Дискари, и ты сгори вместе с ними. И он просто погибает, да? Ну, понятно. Окей. Перед смертью позлили его, но так и так... он в любом случае погибает. Ну, ладно. Интересно, конечно. Что еще мы тут можем сделать? Ну да, давайте все облутаем, а к девчонке пойдем попозже. Блин, она все еще с собакой поганая. Старый гримуар. Ух ты. Ключ, вот это все. Еще один. Зонтирванг, два трупа. Отличный баг. Этот старый гримуар дает своему владельцу ячейки для заклинания первого круга. Две ячейки для заклинания второго круга и две ячейки для заклинания третьего круга. Эти заклинания принадлежат способному творить заклинания классу носителя с наивысшим уровнем. Классно. При том, что я аж две получил. Фальшон, никто у нас фальшонами не пользуется. Скиметара, что у меня уже есть такой фальшон? Где он? Что мне делать? Нету даже этого дебафа. Суки, а. Ладно, хоть меня у этого не отняли. ГГ там, не знаю, там. Ну еще, в общем, хоть кого-то, на ком хоть худо-бедно держится эта боевка. Так, стой. Forget it. Еще раз. Я тебя заставлю его опознать. Давай, поднатужься. Я опознаю его хотя бы со второго раза. Вот я уже спать хочу идти. Ну что, мы 2 часа играем, это уже много. То есть вся локация нас заняла сколько? Часа? 4 получается. Well, this didn't go well. Ладно.
Так, сейчас я заюзал веер на природу, так что по-любому должно перкнуть. Во, сколько там еще нужно было? 34. Магический саркофаг с плотно закрывающейся крышкой. Существо, состоящее из саранчи, может спать в нем, не боясь, что рой разлетится. А ему действительно спать нужно, что ли? Интересно. Ух, я уже на самом деле устал. Ох, давайте, да, мы почитаем все это уже в следующей серии, плюс там диалоги с этой еще и эльфийкой, там еще сюда-сюда сходить. Ну, в общем, более чем достаточно дел, у нас здесь заебаться хватит. Вот, так что благодарю за просмотр, увидимся в следующей серии и пока-пока.